Проведение первого этапа Гран-при и Кубка мира в Москве – это очень хорошая стратегическая задумка, потому что те девчонки, которые не попадают в сборную, в России выступать могут. Страна-организатор имеет право выставлять больше гимнасток, чем все остальные. И поэтому вот Вера Сейсина и Олеся Мануйлова могут набрать уже на первом старте очки, а если у них есть очки, они могут продолжать выступление в Гран-при в Кубке мира. Симона Пейчева выполняет упражнение с булавами. Она попадает на все этапы в любом случае, потому что она лучшая гимнастка Болгарии. Не удалось поймать булаву так, как задумывалось. Четкие выходы из всех элементов. Обратите внимание, после всех равновесий нога должна представляться к другой ноге. А вот Симона всякий раз делает шаг в сторону, и всякий раз судьи за это снимают. Вот так вот с каждого элемента и набирается большая сумма для снижения оценки. Оценка Веры Сесиной 24 991 тысячная балла. Оценка Веры Сесиной — это, конечно, не заявка на призерство. На ковер приглашается Тамара Ерофеева. Хорошим баллом на